Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня мы вяжем капюшон из пряжи ализе пуфи. У меня три мотка: классическая ализе пуфи, не файн, не море, ну в общем, никакая другая разновидность ализе пуфи, просто цвет 416, вот он 416, 9 метров длина пряжи, состав полиэстер. Вот вяжем руками, без спиц и без крючка, руками. Значит, пряжа выглядит вот так вот. Кто не знаком с этой пряжей, что меня удивило, что есть комментарии, которые не знают про эту пряжу. Итак, вяжем капюшон, девчонки. Капюшон я буду объяснять, буду показывать мерки и все вот это остальное, чтобы вы могли себе адаптировать этот мастер-класс под мужской можно связать, женский можно связать, детский можно связать капюшон, более свободный, более по голове. Вот вы себе адаптируете это все дело на свое усмотрение. Значит, для начала вы берете вот эту ниточку с петельками и по своей головушке измеряете, как вы хотите. Вот, допустим, я этот хочу, но я не хочу, у меня другая заготовка, это я к примеру говорю, вот так вот, чтобы это было по голове, да, чтобы не, ну, по тяжечку как бы было. Вот, измеряю так и вяжу. Либо если хотите прям свободные, измеряйте вот так вот до низу в свободном состоянии, чтобы это был свободный капюшон. Вот. И начиная отсюда, начинаете вязать. Я же возьму образец поменьше, то есть я вяжу капюшон на 35 петелек. То есть у меня, я измерила, у меня 35 петелек в оригинале. Вот он оригинал. Сейчас я все вам буду показывать. Дальше мы будем вязать на оригинале. Это просто моя заготовка на данный момент. Итак, вот мы отмерили, сколько нам нужно. Обозначили пальчиком. Теперь поворачиваем нить сюда. Она у нас будет сюда. И вяжем первый ряд. Просто лицевые петли. Ну, как лицевые? Просто вот так вот протягиваем. Выравниваем все, вот смотрим, выравниваем, чтобы все у нас ложилось естественным образом, нигде ничего не было перекручено. Так, есть первый ряд. Второй ряд. Теперь мы поворачиваемся сюда и вяжем точно так же второй ряд. Так, второй ряд я провязала. Теперь третий ряд. У нас нить остается с правой стороны, а вязать я буду с левой. Вот берем последнюю петлю и вторую. И вторую одеваем через первую. То есть первую одеваем на вторую. То есть мы, по сути, закрываем петли, да? Вот эту следующую продеваем в эту. Вот. Теперь следующий ряд. Что мы делаем?
Мы вяжем, это у нас получается третий ряд, ну четвертый, если считать вот это закрытие петель рядом. Значит, следующую свободную ячейку мы продеваем в первую, поворачиваемся сюда. Это у нас как бы петля подъема, и она у нас идет из вот этой вот петли. То есть эту мы не провязываем, она у нас вот здесь вот, вот уже есть. Со следующей петли закрытой и за заднюю стеночку берем и из нее вытаскиваем следующую ячеечку. Снова не за обе петли, а за заднюю. Так, и последняя петля, вот она, видите? Так. Далее вяжем следующий ряд, петля подъема. Так, есть. И теперь повторяем с третьего ряда. Вот эти вот сейчас закрытия, потом снова два ряда, закрытия, два ряда. Таким вот образом вяжем. Так, это был образец. Вот, основа, у меня основа, смотрите, из 35 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 35 петель. И провязала я, вот смотрите, раз, два, три, четыре, пять раппортов. Сейчас в сантиметрах вам скажу. В сантиметрах это у меня длина всей детали 67 сантиметров. И сейчас на данном этапе 20 сантиметров. То есть 67 на 20. Что я сейчас делаю? Я сейчас вяжу. У меня 35 петель, я делю напополам. 34, 17 петель и 1 центральная. Значит, я провязываю 17 петель. Раз. Два, три, шестнадцать, семнадцать. Так, и центральная, вот она, 18-я, которую я обозначу маркером. Основательно на нее мы будем делать наши сокращения. Вот я ее обозначаю и вяжу ряд до конца. Так, и теперь 17 у меня здесь. Далее вяжу следующий ряд. Так, и вот когда мы дошли до центральной петли, смотрите, мы берем по одной петле по бокам от нее и провязываем их, как бы накладываем друг на друга и провязываем вместе. То есть мы сокращаем две петли. Вяжем дальше. У меня закончилась ниточка, и я присоединяю второй. Здесь у меня получится, что будет использовано
3 клубка. Это значит, я привязываю это все дело, но можно сшивать здесь. Это все обрежу потом. Так, есть теперь вот этот вот ряд вяжем, в котором мы закрываем все петли. И тоже доходим до петли с маркером. Так, теперь мы делаем вот это закрытие как бы петель до центра. Так, вот наши 3 петли, смотрите, мы доходим сюда, до этих 3. Вот 3. Берем на палец левой руки и еще одну петлю. То есть вот это у нас центральная, где были закрытия. И теперь через нее продеваем следующую. То есть через эти 3 продеваем следующую. Центральная из них — это та, которая была 3 вместе. Предыдущем ряду. Видите? Таким образом продолжаем. Так, теперь у нас здесь, вот смотрите, ряд я провязала 31 петля. Я снова обозначаю. Центральную. Это у меня 15 с этой стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 15. Вот она. 16 петля здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 15. Все правильно. Теперь снова мы делаем то же самое.
в этом ряду. То есть один ряд, вот этот наборный, мы провязали без сокращений. В следующем ряду, во втором и в третьем, мы делаем по 2 петли сокращения. То есть относительно вот этой петли. И еще два раза так вот сделаю я. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть сокращений у меня будет. Так, вы знаете, сделала я всего 4 убавления, то есть еще раз я провязала, 27 петель у меня осталось. И теперь что я делаю? Я буду сшивать недостаточно, потому что в сантиметрах это у меня, скажу сколько, 30 сантиметров глубина на голову, если померить. Мерите, девчонки, всегда на голову. Вот, вполне себе нормальная глубина капюшона. Поэтому я решила, что хватит. Так, теперь складываю лицевой стороной вовнутрь и нахожу 14 петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, по 14. То есть 13 петель у меня с обеих сторон, по 13 петель. И теперь что я делаю? Беру эту 14 и одну с одной стороны, и второй, и петлю из второй стороны я провязываю эти две. Снова теперь я вот эту петлю беру, а этой петлей провязываю. Теперь эту беру, этой провязываю. То есть я сшиваю. Это беру, это и провязываю. Так, последняя петля. И что мы теперь делаем? Мы теперь набираем петли для снуда. Теперь вот эта петля у нас осталась, которую мы сшивали, и теперь по нижнему краю капюшона мы набираем петли. Значит, здесь зависит, какой снуд вы хотите. Я хочу широкий, чтобы он у меня разлегся по плечам. Значит, поэтому я набираю через одну петлю. Видите? То есть, вот он ряд, да, я из него вытащила. Одну петлю я здесь оставляю, и следующего как бы вытаскиваю. Одну оставляю, одну вытаскиваю. То есть я добавляю по одной петле. Если вы хотите у горлышка снудик, то набирайте с каждой петли, то есть вот эти вот дополнительные не оставляйте. Сейчас я скажу в общей сложности, сколько у меня получилось петель. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 20 петель. Вот это центральная, значит, 21 петля у меня здесь. Далее что я делаю? Я по краю обвяжу цепочкой. Вот это я потом обрежу. Значит, я беру вот эти вот у меня для снуда набраны 20 петель. Следующую петлю беру и продеваю сюда. Теперь я буду вязать цепочку, то есть вот этой вот нитью я прохожусь по краю капюшона. Вот из каждой петли, вот смотрите, я достаю петельку и провязываю цепочку. Вот, снова из следующей достаю. И так продолжаю по краю всего капюшона провязывать эту цепочку. Господи, не туда. Поехала по всему краю. Вот такая вот цепочка получается. Вот смотрите, провязала я по всему входу в капюшон и последнюю петлю. Так, далее той же нитью продолжаем набирать на наш капюшон. Одну петлю я добавляю, одну вот здесь вот в промежутке, то есть одну провязываю, одну добавляю, одну провязываю, одну добавляю, одну провязываю, одну добавляю. Четыре, пять, 46 петель. Ага, теперь вяжу резинкой 1 на 1. Для этого, смотрите, лицевую петлю я провязываю вот так вот. И для того, чтобы провязать изнаночную петлю, завожу это все дело, ну, основную нить, наперед и спереди назад вот так вот продеваю. То есть придется каждый раз вот так вот переносить нить. Но. Мы получим резинку 1 на 1. И далее перехожу по узору сюда. То есть у меня здесь была лицевая, вот я изнаночную достала, значит следующая у меня лицевая. Вот я соединяю в единое вязание это все. И продолжаю вязать резинкой 1 на 1.
все. Здесь уже видно, где у нас изнаночная, где лицевая. Ну и так вот резинкой и продолжаем вязать. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 всего рядов у меня провязано. Вот, и теперь я буду здесь нитями, хотя что я делаю, я добавлю по одной петле через каждые две петли, то есть вот так после лицевой, каждой лицевой я оставлю вот одну петельку не провязанную, это мне нужно будет для закрытия петель, чтобы не сильно стянуло это все дело. Вот две петли я провязываю, оставляю. Вот провязала я ряд, теперь рабочую нить я оставляю, а этими петлями всеми закрываю петельки. Ну, как закрывать, вы уже, наверное, знаете. То есть вторую я продеваю через первую, ну, вот таким вот образом. Дополнительные петли я оставила для того, чтобы был не очень стянут край. Можно их не оставлять, тогда у вас не будет он такой, ну, стянутый. Это тоже на ваше усмотрение, на ваши пожелания. Так, довязала, вот смотрите, по кругу я. Теперь что я делаю? Вот она, последняя петля. Отрезаю две последние петельки, разрезаю. Вот, и теперь таким вот образом. Там, наверное, бы хватило и одной, но что-то я боюсь. Так, цепляю за вот эту вот цепочку. И вывожу в эту. То есть заканчиваю косичку. И теперь вывожу на изнанку. В принципе, все. Вот я же говорю, можно было короче, но что-то я побоялась, что потом оно будет выскальзывать. А мне этого не хочется, поэтому я два колечка разрезала. Ну и тут у меня вот эти связки. Вот
лучше вот так вот оставить, чтобы немножко осталось. Вот, вот такой вот, вот такой. Вот сейчас я вам в сантиметрах, но думаю, если что, вам рядов хватит. 43 сантиметра и высота 31 где-то. Вот так, девчули, вот так вот это выглядит. Единственное, что хочу сказать, все равно оно не раскладывается на, как бы, на плечи, потому что здесь вот тоже стянуто. Так что вот это, что я в конце добавила по одной петле, это лишнее. Можно не добавлять смело. Поэтому вот так вот, вот такая вещица у меня сегодня получилась. Теплая, уютная, пряжа невероятная мягкая, как раз удачная для аллергиков, вот для таких, как я. Меня кусает все. Все, что может укусить, кусает все. Вот такое чувствительное тело. Вот. В общем, так, девчонки, вяжите. Вяжите, вам понравится. С вами была Дикая Школа Рукоделия. Всем пока-пока.